правительстве области сегодня обозначили планы на предстоящую посевную кампанию. Профильным департаментом они названы амбициозными. Заседание проходило в режиме видеоконференции. Благодаря этому в нем приняли участие руководители всех районов области. В этом сезоне перед сельхозотраслью региона стоят серьезные задачи. По сравнению с прошлым годом увеличились посевные площади. В целом у нас очень амбициозные планы. Мы хотим получить 400 тысяч тонн картофеля. Это на 7% выше уровня 2016 года. 135 тысяч тонн овощей. Это 106% к уровню 2016 года. И 55 тысяч тонн зерна. Это 107% к уровню 2016 года. Всем районам области поставлены определенные задачи. Елена Покровская также обратила внимание представителей муниципалитетов на то, что необходимо обозначить планы для каждого сельхозпредприятия. Это связано с изменением условий их финансирования. Одно из новшеств – это заключение соглашений на каждый вид субсидий с каждым получателем субсидий, в которые прописываются целевые показатели. То есть они доведены не только до районов, они будут доведены до каждого хозяйства, до каждого крестьянского, до каждой сельхозорганизации. Также обсуждались вопросы поставок минеральных удобрений, дизельного топлива и запчастей для сельхозтехники. Учитывая погодные условия минувших осени и зимы, по сравнению с прошлым годом существенно возросли площади, требующие вспашки, а следовательно и потребность в дополнительном количестве техники. Добавим, что в ближайшее время запланированы поездки по всем районам. Их цель – встреча с сельхозпроизводителями и обсуждение подготовки к посевной. Так, 3 марта штаб планирует выехать в Подорский район.